Обалдеть. Не, я прям сейчас его за тренью пройду. Чисто принципиально. Что за шляпа вообще? Фига себе, мне тут вызовы кидают. Ой, да это ладно, вообще такое ерунда. В школу даже не ходил, да. А может, он в 12 в школу пошел просто? Непонятно. Такие уникумы просто, я не знаю. Не сталкивался. Все проходили, все знают. Ну, как обычно, классика. Или пишут мне там, да ты опоздал со своими секретами лет на 30, там на 20. В том прикол, почему? Если люди и сейчас играют в эти игры, я думаю, ну, это полезно. Кому не надо это, ну окей, как бы я ж тоже, ну не против. Но почему именно опоздал? Что случилось? Типа, как будто сейчас никто не играет в Dendy Sega, да? Ну-ну, окей. Пари-пари-пап. Так, ну давай сюда его, давай. Да хоть про жаб, хоть про кого. Я понял, ля. Я ж не к тебе претензию предъявляю. Я тебе что плохое сказал? Я ж тебе говорю, окей. А, на голове прыгать? Серьезно? А ну давай, натуре. Слышь, может, ты в натуре знаешь эту тему, ля? Он же себе на голову не будет кидать, да? Логично, шаришь. Ну, смотри. Ну так. Чел-то шарит. Ну и забираем его, и все, господи. Делов-то. Вот и все. И тащим бессмертие до конца. Пам-пам. Еще я знаю, как делать на постоянке удар палкой из-за спины, и после этого удара можно сразу бить рогами, и это круто. Круто, ничего не могу сказать. Правильно. И в заводы простаивают, да. Вот как раз они не простаивают, стараются. Не, не хочу это, нет. Нет. Да нет. А вот это да. Привет, спасибо тебе. Синепанду. Спасибо огромное за донат. Минус 40 на улице, пожалуй, лучше посмотрю стримчик. Это правильный выбор, я тоже так считаю, что это будет получше. Silver Surfer играл, да. Очень классно, ага. Практически лучшая. О, а видишь, СМ, правильно ты говоришь? Вечно я опаздываю. Ну, старый, 40 лет, заторможенный. Ну, что тут уже, мозги? Мозги не работают. Ну, 12 лет люди тащат спокойно. Причем прикол такой же, что человек даже не понял, что я выложил видос с нарезкой со смертями по жабам. Он думал, это я так проигрываю, короче. Типа не могу пройти, руиню, руиню, все. Ну, что тут можно сказать? Ну, все, ГГ. И он решил, что я типа не в силах пройти, и поэтому...
дай-ка я напишу умный комментарий там, что типа вот не можешь пройти, а я в 12 лет там был супертащером. С первого раза без дамага все разы, да, что играли, поэтому он так и сказал. Да. Согласен. Ну я понял, да. Он типа удивился, ну. Согласен, Алмаз. Поддерживаю тоже, ну. Да, я так прошел, но так себе. Надо было поувереннее как-то проходить. Это, может, это случайно вообще получилось. Несколько раз подряд, 8, 12, где-то так вот, 27, 56, вот где-то вот в таком райончике надо. 812, да, что-то примерно такое. Потому что, ну блин, а вдруг случайно получилось? И что тогда? Да, позора не оберешься. Скажут типа, конечно, не повторил же, вот именно. Так, понятное дело. Без рук, конечно, да. И без ног. Как Ава. Ну, Ава одной рукой все-таки. Ну, посмотрим. Ава в турике зарегался. Посмотрим. Шутки шутками, но на самом деле он проигрок в Mortal Kombat, поэтому... Я думаю, покажет нам, на что он способен. Но если не заснет, конечно. Если спать будет, то тут уж все. Не добудешься, поэтому... Осталось понадеяться, что он как бы, ну, не уснет в это время. Есть вероятность, конечно. Дукталис 2 даже не знал, что на этом уровне спрятан Буба Угабуга. Слушай, а тут такие секретки есть на самом деле, вот шутки шутками, о которых я тоже не знаю, например. Тут их достаточно много по всей игре. Папа-пира-пипа, папира-папура. Опа, погнал. Оп. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да. Please sit down. Treasure map. Ну куда нам деньги тратить? Давайте treasure map купим. Что нам? Жалко, что ли? Нет, континия не надо, нет. Давай. Ой, кейк у нас остался. Все, извините, пожалуйста. Мы же два не можем. Не можем, да? Все, I don't think can. Все, я понял. Все, был неправ, хорошо. Так, прям дальше. Куда идем? Давайте. Пустыни. Музыка шикарная, просто шикарная. Купил карту, потом вместо нее ХП будет. А, да? О, так это не зря, получается, купил. Но я так наобум купил. Как
он цепляется? А, все. Извините. Я думал, тут что-то нормальное. А что мне этот винт же прокачивал? Нихера не прокачал. Пока. Без гарантии. Понял. Так себе СТОшечка, да? Ну там да, немножко другие слова, разы, ну да. В целом правильно ты написал. Ну? Фу, как ты избежал. Корабли. Вот, бля, Леха все шарит. За всю фигню, как говорится. Опа. Zero Tolerance сеговский. Что? 7000 рублей стоит? Прям не ремастерит, просто обычный. В смысле? А чё не 700 тысяч рублей? О, ля, шарит это сам, я же говорю, блин. Пацан разбирается. Конечно, берем жизнь, ничего себе. В смысле, спрашиваю тут. Не подкидывай им идею. Да ладно, серьезно, 7 тысяч? Просто сеговская игра даже не переделанная? Нормально. Обалдеть. Они дохерали. Вообще нормально, пойдет. Блин, тут шлепнуться можно, тоже пропасть есть. Свои же штаны за 10к. Не, ну блин. Ну, не знаю даже, как это комментировать. Типа. Жесть. Так Зельда, это Зельда, извините. Не, ну Zero Tolerance неплохая игра, но на 7000, ребята, вы чё? На что расчет? Я так понимаю, знаешь что? Скорее всего, там же этот комплект какой-то, да? Типа такой. Типа там наклеечки вам дают, еще какую-то хрень или что? Если только так. Если это просто ром с игрой и все? Да, это что-то эпик какой-то. Ну, типа, она же на карике, да? Вот на это расчет, походу, или что? Знаю. Для меня немножко непонятно, конечно. Только немножко. Как немножко. Я бы сказал, какого черта она стоит так дорого? Немножко это я, конечно, погорячился. Одни пироженки, мороженки, ни хера нет. Пироженку дай, сука. Оля. Попросил, дали. Ну ж раньше ж не просил. Так. Так, ну эти боссы вроде нормально уже. Меня вот тот смущал, каменный. Можно фаталити покупать. Да, что-то такое было там. Какие-то хэллоуинские варианты или что-то типа того. Фаталити, ну блин.
дожились, короче, да. Раньше, помню, Tekken 3, это просто золотые времена. Проходишь разные режимы игры, и открываются новые бойцы. Все, ничего не надо делать. Сейчас все. Хотите трех новых бойцов? Покупай. Что комментировать? Наклейки, картонная фигурка одного персонажа в комплекте. Так что своих денег стоит. Не, ну если правда жирный комплект был бы какой-то там прям такой прикольный, может диорама какая-то, еще там что там, какая-нибудь картина, еще что-то. А так 7 косарей за свечкарик. Да. Здесь тоже музло зачетное, кстати. Я посмотрел комплект, там реально картонная фигурка. И всякий хлам, еще два постера, 4 открытки. Сука. Ну это 7 косарей, конечно, все. Согласен, тут вопросов нет. Если даже еще и наклейка есть, о, да, это просто вообще. Да! Фаталки на Хэллоуин продавали, короче, какие-то там специальные. Прикольно, да? Скажи. Я думаю, игроки оценили. Хотя у нас игроки могут и оценить на самом деле. А как я... Ну, тут ладно, дамаг. А как избежать было это, я что-то не понял. Мороженку, мороженку. Сука. А, может тут... Я тут piece of map. You find a piece of map. Кусочек карты нашел. Да. Поразительно, конечно. Подогрев сидений по подписке? О! Такого я еще не видел. Это что-то новенькое. Класс. Одобряем, конечно, ничего себе. По подписке. По пиписке, сука. Такую же херню выдумывают, а? Что-то у нас мир, по-моему, с ума немножко сошел на всю голову. Подогрев сидений по подписке. Ну, это все. Эпик. Да, уж давно уже. А. Давно. Ты что, не подписан, что ли, да? Не подписался? Ну и езди без подогрева. Она же и так стоит до черта, по-моему, как бы немало. Этого типа недостаточно, да? На кресло сел, косарь должен. Базару нет. Справедливо, с другой стороны. Отменила услугу, да? Да что ты говоришь? $18 в месяц. Ну, пару нормально, пару лет было, да? Ай-яй-яй-яй-яй, вот просто люди бы просто плюнули, сказали, слушай, да пошел ты нахер с таким отношением, и все. С этой BMW, господи, машин что ли нет? Так, я сейчас доиграюсь, мне нужен этот... тортик кушать.
Отлично. Так, last boss остался, все. Попробуем его одолеть. Покупаешь вещи, да, а потом подписку покупаешь, а потом пиписку покупаешь, и все это все покупаешь и покупаешь. Я думаю, если бы не переобулись, то другие бы перешли производители на ту же логику. Конечно, конечно, конечно. Слушай, да если бы поняли такие, а что, народ такое хавает, да, типа? Все, завтра Лада Гранта с подпиской на стеклоподъемники. И все. О, я думаю, знаете как, нужно мало того, что подписка на стеклоподъемники, плюс, плюс этот, как его, аренда кресла. Аренда обязательно, потому что как бы, ну, хочешь без кресла, там, стоя ездить, лежа, твои проблемы, как говорится. Хочешь нормально, более-менее, ну, кресло, тогда придется тебе доплатить, короче. Подписка на молитву, да. Так, ну, последний уровень. Привет, чего не стримишь 60 FPS? В смысле, а я во сколько стримлю? У меня не 60, что ли? Тридцатки, ну я уже 2 года так стримлю, вроде нормально, что ли. Не знаю даже. Так, сейчас будет робот. Робот. Но не робот Смоук, а другой робот. На тебе. Спасибо. Это у нас Гломгольд или какой там зовут. Так, а ну давай. Раз, два. Опа. А ну-ка сюда давай. Один, два. Хорош. Есть. И еще давай. Раз, два. Великолепно. Что разделаешь? Ай, умничка. Все, победа. Вот вам и Дукталис No Dead, получается. Так, сейчас мы тут, естественно, дождемся. Гломгольд Т-1000. Ну да. Версия. Парапирапапу. Тарандон. Тарандарадон. Так, и что? Угу. Что, на плохую концовку прошел? Ну, а что поделать? Тоже концовка? Текста. Говорят на английском. Ох. А, ну значит, все остальные хорошие концовки, да? Я понял. Плохая, когда заканчиваешь с нулем денег. Я понял, ладно. Так, ну все, что ли? Пройдено. Без смертей. Всем спасибо, всем пока.